Монте Календжерона называется «Вечер в винотеке Альбир». Сегодня в рамках традиционного проекта «Званый ужин с шефом». Ну и вы догадались, наверное, из названия, что речь идет об одесской кухне. В очередной раз она здесь сегодня представлена. И вот эти все названия «Ланжерон», «Ришельевская», «Потемкинская», «Фонтан», «Аркадий» и так далее, говорят о такой, настолько интересной, насыщенной, необычной истории этого города. Я называю этот город городом стечения обстоятельств. И если мы говорим о свежих морепродуктах, то это продукты из Черного моря всегда. Сегодня настоящая, свежайшая рыба и моллюски из Черного моря в Альбире на Сумском рынке. Да, господа, сегодня мало того, что один из самых вкусных городов Украины прямо у нас в Харькове. Мы говорим, конечно же, об Одессе. Лично для меня это второй город после любимейшего Харькова. Мы презентовали моллюски и рыбу. Причем на гастровечерах все блюда абсолютно свежие. Друзья, это рыба, которую мы сегодня съели, так и вчера еще плавала в море. И мы очень переживали по поводу заноса, но, слава богу, распогодилась, и она смогла таки приплыть, приехать, таки в Харьков. Довольно-таки нелегкая сегодня была. И что самое важное следует отметить, это приготовление рапана. Потому что, чтобы сделать его мясо мягким, это нужно иметь какие-то технологии. Что вы сегодня делали? Мы сделали рапаны, так называемые бешеные, бешеные в воде. Это как? Это они готовятся на очень интенсивном приготовлении. То есть сильно раскалить сковородку, добавить минеральной воды, добавить вина. Все это надо очень быстро, должна просто бешеная скорость, когда их готовишь. Но на все это уходит буквально 2-3 минуты. За счет этого они получаются мягкие и в то же время сочные, вкусные, такие как сегодня. Что же такого романтического привнесли вина? Вина сегодня принесли достаточно большое количество романтики в плане того, что я думал выбрать вина Франции. Конечно же, романтика, Франция, да, это взаимно между собой связано, всегда. Конечно, я отклонился от правил, этим я как сомелье отличаюсь, я не люблю идти по шаблонам, потому что важно открывать что-то новое, дарить какие-то новые эмоции, и я выбрал вина Молдовы. Как сегодня мы убедились, две гастрономические пары, даже было тяжело определить победителя, потому что выиграли обе. Стиль этих вин полностью передает французский. Вот та фишка, которую я пытался уловить, она получилась, судя по отзывам. Так что вина Молдовы принесли именно нам эту романтику Ланжерона. Сегодня были рапаны, были мидии. Мидии мы тоже готовили по технологии бешеной воды. Была кефаль, которая буквально 2 дня еще плавала у нас в Черном море. И была ставрида. И на десерт мы подали торт Наполеон, который нам, как говорят, тетя Соня передала этот рецептик. Оказывается, рапан это в Черном море всего-то меньше, чем полвека. Но за это время они размножились. Одесситы, а соответственно и мы на гастровечере, это Одессы, пристрастились к ним. Друзья, очень вкусно. Как и черноморская мидия. В Харькове один из немногих или даже единственный ресторан, который даст вам попробовать свежую черноморскую мидию. Приглашаю вас всегда посещать гастровечера. Это вкусно, это свеже. И, конечно же, на гастровечерах вы можете познакомиться и пообщаться, кто такие еще не знает, по-моему, уже знает весь Харьков, с нашим шеф-поваром, с нашими VIP-поварами из
одним из лучших, если не самым лучшим сомелье города Виталием Чаплыгиным. Ждем вас, любим вас.